Всем добрый день. Сделал себе часики. Не хром половину вырезал. Нет, не часы даже. Смотрите, это этот компас. Вот. Сейчас расскажу все. Вторую батарейку меняю в стали. Вот такие батарейки продают. Вот такие часы. Но мне не устраивает то, что часы какие попало нашел. Вот. Ну, становится, ну, второе. Мне, смотрите, как легко. Я там квадратик, да, сделал по часы. Вот, фрезер, этим станком фрезерным. Вот. Это его родной. Ну, они маленькие были, родной циферблат. А вот этот циферблат я большой, чтобы мне не мучиться, не крепить там, да, кто мне что-то там присылает кто-то что-то. Чтобы мне его не крепить ниоткуда, ни снизу, ничего, чтобы ни отверстий не было. Я вам два саморезика. И это на два саморезика. А это не хромом вырезано. А конструкция называется Tensegrity. Видите, она без ножек. Ну, сейчас еще расскажу, что... Ну, нет, ну, так вот, посмотрите, да? Болтанка это. Компас, говорю, как этот, как морской, вон он. Тык-тык-тык-тык-тык. Они же такие раньше были, компасы. Они вот так вот всяко вертелись. Так, сейчас я расскажу, как я вот эти тросики натягиваю. У меня другой есть такой же. Вот. И расскажу, как я нехромом резал. Ну что, видно, вот как нехромом вырезан. Смотрите. Наверное, видно, да? Вот там, вот. Сперва вот эту вырезал, потом вот эту вырезал, эту сдвинул. Хотел три сделать, но мне кажется, три некрасиво будет. Вот. Так, сейчас я покажу. Вот. Раньше я, знаете, как делал? Вот он у меня. Вот так, для этого. Я туда крышечку закрыл. Он же туда поставить можно, что хочешь, сейчас все найду. Нечего найти-то. Что положить-то туда, да ем столик. Он стоит. Ну, видите, стекло. Короче так, все не родное. Не нашел этих часов нормально. Но все равно можно поставить, стоит. Не, на ровно, там, вот сюда я и кружку могу поставить, что хочешь. Вот. Я раньше, знаете, как делал? Слезки. Слезки очень тяжело делать. И, короче так, когда делаешь слезки, и по одному прутку надо твое. Вот это я делал один. Вот. Вот здесь я, значит, узелок вязал. Нет, справа вот это, центральную. Так, дай ты карандаш мне. Вот, смотрите, центральную раньше делал, да? А маленькая вообще тут узлы тяжело завязывать. Вот. Леску. Завязывал узелок, завязывал здесь узелок. А потом уже эти. Надо было вот так вдвоем держать, натягивать. Здесь, значит, вязал узелок. Здесь вставлял, тоже завязывал узелок. А теперь я сделал, смотрите, я просто 4 этих протянул, все. Здесь, значит, ну, как, ну, начало, смотрите, да? И вот отсюда начало. Начало сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Потом, значит, туда, туда, туда. И вот тут стянул, и они ровно получаются. Так намного удобнее, легче. Но все равно, это самое. Хотя и проволока я порвал. Я вот эту два раза делал, порвал. Чуть-чуть неровно порвал. А нехромом я вырезаю. Сейчас я скажу. Ну, тут поговорили, кто без вентилятора, что у меня он вентилятор, смотрите, маленький. Он не сильно, он и не остужает струну, он маленький. Вот, и дым хоть убирает, потому что, когда много дыма, тяжело же, видно, плохо. Чего ты там пищишь-то здесь? Вот. А так он маленько дует, он немножко, он только, он легенький такой. Дует, вроде дымок сдувает, и ровней получается. Вот все. Конструкция называется Tensegrity. Я таких столов уже сделал. У меня есть такой пакет, стеклопакет вот такой. Я стол буду делать стеклянный. Но я уже буду делать на цепях, наверное. Да дофига мне что есть. У меня слэп дуба. Ой, не слэп. Слэп еще не доел, пилить нечем. Диаметр где-то 80. Я болван плаху такой отпилил. Вот с дуба сделаю, может, такой же столик. Вот такая конструкция Tensegrity. 6 проволочек, 5, нет, не 6, короче так, 5. Ну я вот здесь, смотрите, я здесь сделал двойную. Я раньше, смотрите, вот так делал, как просто вот так проволочек. Тихо, не падает, проволочек. А сейчас я сделал там два отверстия и здесь два отверстия. И вот так проволоку пропустил, это легче. И внизу вот так узелок завязал, и это легче, потому что одному. Вот, вдвоем, да, вдвоем можно, конечно, делать, но это самое, ну... Решил попробовать один, и решил, все время делал на леске, и решил первый раз делать на проволоке. Так что делайте, Tensegrity, вот. Смотрите, он крепкий. Ну, нет, я боюсь за лету. Нехром слабый тоже. Этот 0,3, что ли, по-моему, нехром.
Ну, все равно так. Это у меня макет, это как макетики. Это я просто вот первый сделал с таких, как его, ну, целиковую леску. Не леску, не лихо. Вот и все. Вот так. Потом табуретку из нехрома делать, наверное. Невозможно летом делать, жара такая. Вот. 30 градусов, духотища. Вон у меня сколько градусов? До дома даже близко. 27 градусов. Ну, 27 там тоже. Видите, одинаково показывают. Там он видно, да, 27 градусов. Так что он не врет. Это сейчас, после дождя, вечер. Делайте. Ничего, конструкция, ничего сложного. Если что, подскажу, объясню. Тут главное, знаете что? Главное вот эти штуки. Ну, можно же разного. Главное, чтобы примерно хотя бы. Вот это, ну как, загнуть их так, чтобы был центр примерно. Вот видите у меня отверстие? Это центр примерно, да? Вот. Если вот так до сюда сделаете, да, сюда, то это будет туда или смещено, или куда. Главное вот эти, чтобы примерно сделать. Ну это я так, как попало. Вот я. А здесь прикреплены на это самое. А, как они? Китайские две палочки, да? Просверлил, приклеил. Тут тоже просверлил, приклеил. Вот. Часы снимаются легко. Тут у меня три шурупчика и циферблат три шурупчика. Ну я в два раза, ну батарейки, ну это невозможно. Ну, мучился, опять сделал. Опять надо разбирать. У меня уже шурупы, уже все не крутится, все сорвал шурупы. Вот. Еще, а тут что, тут ничего сложного. Какую конструкцию хотите делать? Знаете, одна красивая была. У меня то ли яблоня, то ли что, лопнувшая вот такая была. Вот. Я сделал вот это вместо этих два сучка, нашел таких. А здесь она треснутая такая, и посередине пятно, ну, сердцевина. Такое красивое, оно потрескавшее. Оно, значит, сверху на грить похоже было. Все, всем пока-пока.